Сегодня хотим с вами поделиться рецептом эффективного средства для отбеливания любых участков кожи. Для многих знакома проблема пигментных пятен, и далеко не все аптечные средства могут качественно устранить эту неприятность. Для приготовления этого отбеливающего средства вам понадобится белый рис. Он содержит в себе крахмал, который как раз и будет способствовать эффективному результату. Рис необходимо будет ферментировать. Для этого 2 столовые ложки риса поместите в банку и залейте одним стаканом чистой воды. После этого плотно закройте ее и оставьте на 24 часа. По истечении суток вы сами увидите, как изменится цвет воды. Он станет молочным. Теперь необходимо подготовить остальные ингредиенты для нашего средства. Вам понадобится мягкое мыло. 3 столовые ложки перетертого мыла добавьте в рисовую воду, заранее процедив ее. Тщательно перемешайте на медленном огне полученную смесь до полного растворения мыла и добавьте самый главный ингредиент – рисовый крахмал. Именно он играет ключевую роль в процессе отбеливания. Если нет возможности использовать рисовый крахмал, его можно заменить кукурузным или картофельным. Помимо отбеливания, важно кожу хорошо увлажнить. Для этого добавьте 1 чайную ложку сухого молока или же смеси детского питания. Важно, чтобы не было комочков, поэтому все сыпучие ингредиенты лучше пропускать через сито. Для нормальной и жирной кожи можете добавить немного лимонного сока. Приготовленную смесь поставьте на медленный огонь и помешивайте до момента кипения. После остудите смесь, и ваш крем готов. Однако помните, что при появлении пятен или новообразований на коже в первую очередь нужно проконсультироваться с дерматологом, потому что это могут быть признаки опасных заболеваний.